А вот это на руки мне упадет? Пару шагов назад ты руки должна расслабить. Сейчас мы пойдем вперед, нас потащит назад. Задача упираться и тащить крыло. Вот этими руками? Нет, весом тела. Не поняла, каким. Весом тела, вот так. Вот так. Просто тащим крыло. Угу. Окей? Окей. Ты готова? Да. Раз, два. Ой-ой-ой. Ой-ой. Четко. Бежим? Все, вперед. Стоп. Ой. Еще раз, да? Назад чуть-чуть. Сейчас. Все в порядке? Да. Ты крыло поравнял по ветру. Ты готова? Да нет. Вот туда. Ровно. А, бежать вниз? Ровно, чтобы вот так под перпендикуляр. Давай, раз, два. Ой-ой-ой. Все, мы идем. Просто идем, пошли. Идем. Я не сажусь. Идем, не садимся. Идем. Я должна немножко привыкнуть. Вот так не страшно. Боже мой. Я сейчас умру. Мамочка. Ой, капец. Это наши друзья? Ага. Потоки набирают. Вот я туда лечу, в этот поток. Ой, как красиво. Удобно сидеть? Не переживай, тебя просто равняют. Ты настолько сильно пришел, что ты гладеешься, даже если не хочешь. Да. Не уйдешь. Офигеть. Не думала, что я на это решу. Только снаружи. Офигеть. Я даже не ожидала от себя, что я здесь буду летать. Ой. Ой. Это все в порядке? Ой. 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 Почему нас так закручивает? Я поток откручиваю. Потому что он здесь. Ой. Ой. Капец. Мне до сих пор страшно. Ой. Ой. Вот я же должна была уже привыкнуть. Нет. Болтает просто в потоке. Ой. Вау. Даже иногда глаза закрываю от страха. Ой. Ой-ой-ой. Ой. А почему он тут висит? Потом я пытаюсь подняться. Высоко так. Прилетели пониже? Да. Но это лучшее, что было со мной в жизни. Да. Моя шутка такова, что это чуть-чуть лучше, чем смысл. Капец. Но, наверное, если делать это каждый
день это приедается. Да. Мне кажется, у тебя классная работа, у тебя каждый день люди испытывают эмоции. Это как бы свадебной тамадой, мне кажется. Ты постоянно в ощущении счастья и ужаса. Счастья и ужаса других людей. Это нас болтает поток ветра. Сейчас мы с них выйдем, где тут не будет здесь. Камеры, у меня где руки просто болтаются? Ну, пожалуйста, не надо. Качельки просто. На качелях каталась? Да. Только у нас чуть-чуть больше. Как ты? Не нравится? Перестану, если не как на аттракционе. Не хочешь вот такое, поэтому потом. Да. Давай пролетим рядом с этими людьми и поздороваемся с ними. Вот под нами. Давай. Мы в расстоянии 1 метр от них пролетим. Это, по-моему, очень близко. Не, это чтобы их напугать немножко. Ну, могу подальше. Могу вообще чуть-чуть дать. Этот вид спорта явно, так сказать, пойдет мне на пользу. Ну а что, я, кстати, постоянно, когда кто-то за рулем, ну то есть я как-то уверена именно в своей технике вождения. Когда кто-то за рулем начинает лихать, я вообще вижу и говорю, высадите. Падаем 50 метров. Нет, меня все устраивает. В свободном падении. Нет, пожалуйста. Тебе вообще повезло, что я себя адекватно на старте вела. Потому что мне было вначале очень страшно. Я знаю, всем страшно, но... Смотри на ход крыла, там марафон. Сейчас смотри, не отрывайся. Вау! По-настоящему мы резко 3 этажа вверх, 3 этажа вниз пролетаем. Серьезно? Да, сейчас 3 этажа вверх поднимаемся. Обалдеть! Здесь мы разгоняемся на 77 км в час. Серьезно? Да. Вот тут 0. Вау! План маленький, маленький летательный аппарат. Да, я забываю. Я вообще, я с собой просто на свете.
с тобой, забываю. Нет. Уровня чемпионата России. Нет. Это быстро. Нет, я прошу. Я очень боюсь. Ой, а чего боишься? Я-то лечу с тобой. Нет. Будет экстремально. Нет, я прошу, не надо. Потом мы кувыркнулись через крыло. Нет. Хорошо. Давай я тебе скажу, что сделать на посадке, хорошо? Давай. Если же вот так ноги вверх, ты поднимаешь, чтобы не касаться земли. Все остальное сделаем. Приземляемся на твои ноги, да? Да. Давай. Поверь, посадка мягкая. Скорость большая. Выдвинул, поднимай ножки. Ставить? Да, не надо. Вот, очень мягкая посадка. Назад упадет. Опа, я держу. Все. Сейчас. Ой. Привет. Ой. Здравствуйте. Сейчас я тебя подниму. Ты можешь просто держать камеру, я тебе все сделаю. Я как не валяшка. Ништяк? Офигеть. Да, я даже в последний момент говорила своей подруге, чего мы так долго ждем? Я уже не хочу никуда лететь. Еще раз покажи посадку, ты пока поснимаешь одну минутку на камеру, я потом буду. Видео. Передавай привет. Ништяк. Сейчас еще посадку можно ихнюю снять. Камеру сложим. Так, объектив немножко. Круто, конечно. Поснимай их пока вот так. Они тоже сюда куда-то зайдут. О, как жарко, как жарко. Ну ты хоть немножко волнуешься, когда... Нет, я никак... волнуюсь, я не лечу. Я не лечу. Никаких волнений быть не должно. О! Вы просто такой плюх в снег. У нас был мягче. Супер. Давай. Все, ништяк. Я где-то тут пейзажи потом поймешь, что показывал. Да.